Противостояние Никиты Михалкова и блогеров. Вы знаете, что Тёма Лебедев сделал там конкурс фотошопа, что сделать из плаката, где Михалков со страшной рожей стреляет почему-то из немецкого автомата. Вот, написано «Противостояние» и великий фильм о Великой войне. Но это я последний раз такой откровенности рекламы увидел только когда в 96-м году повесили плакаты «Валерия, певица, которую все так ждали». То есть это была ее первая песня вообще записанная. То есть ее вообще никто... Кто ждал Валерию? Кроме Шульгина. Ну и значит, и Михалков заявил, что он подаст на блогеров в суд. И до этого блогеров, которые сделали картинки на плакат, было 300, тоже стало 1500. Там было уже все. И «Нестояние», великий фильм о великой фигне. Ну, то есть, много раз. Некоторые, из, кстати, из 1020 реально смешные и очень хорошие. И стихотворение такое. «В Никологорской стороне, вдали от бренности уродской, лежал красиво на спине брат мужа Юлии Высоцкой». «Свои желания уважать, привыкший в суете паденной, любил мужчина полежать, когда был чем-то утомленный. Умело под усы залив из запотевшего графина, он ощущал любви порыв, он возлюблял себя как сына». Он, как сын и папа своего, чей гимн Ванкувер слушал стоя. Еще как правнука того, кто дофига до нас отбес стоит, потом по сторонам смотря плакат цирюльника заметив, уже как русского царя он возлюблял себя под третью. Прошло еще рюмашки две любимых правильных граненых. Он фильм «Шагаю по Москве» пересмотрел, в себя влюбленный. Он пил, но не терял ума, любовью распаляясь пылкой. Как Гурченке, сама-сама, он нежно говорил бутылке. Его история проста, буквально с самого рождения. Его назвали Никита, немного спутав ударение. Его как фельдсмана назвать сначала предлагали даже Оскар, но тут вмешалась мать. Здесь тоже с ударением лажа. Он был своим среди чужих, чужим среди своих бывало. А разбери, попробуй их своим, не щелкая, забралом. Хотя вокруг него всегда был щелк от фотоаппаратов. Он никого не слал туда, он улыбался, как Паратов. Он шел по жизни прямиком, не обделенный обожанием, и стал серьезным мужиком, дойдя до противостояния. Он понял явственно одно – рука маэстро, не дитяти. «Я снял великое кино». Так и напишем на плакате. Про что кино скажу одно. Там Михалков, война и немцы. Чтоб гады знали, все равно нас не осилить иноземцу. А чтоб яснее для подлецов, кто недовольство выражает, там Михалковское лицо с плаката грозно угрожает. Страшнее этого мурла, признаюсь, не видал на свете. Но тут беда произошла. Не знают страха в интернете. Они там пишут, что хотят, тупые злые бандерлоги, а выливают этот яд в так называемые блоги. И все бы быть могло путем, коль был бы разговор по теме, когда б не Лебедев Артем, вернее, так сказать, Артемий. Сидел бы, буквы рисовал и парил мозг минимализмом. Так нет, Артемий, как шакал, картину предал остракизму, науськав грязную орду, вооруженных фотошопом. Артемий даже джигурду приплел, чтоб блок продвинуть в топы. Там Басков, Рэмбо, Робокоп грозят с экрана автоматом. Там даже слово «Михалков» написано, простите, матом. Судить мерзавцев, всех судить и штрафовать определенно. И, кстати, штрафами отбить все 30 евро миллионов. Сначала наголо побрить, потом в тюрьму, как заключенных. К ответу всех, кто говорит, что автор чем-то утомленный. Ну что вы все скажите, блядь, ну что вам, блогеры, не имется?
Ведь он же Яндекс оформлять и Кернинг исправлять не рвется. Напомним всем давно-давно, понятно, правильно и жестко. Вы не искусство, а говно, сказал нам Михалкова тезка. Ну, то, понятно, был Хрущев. Никита, кстати, сын Сергеев. Но вы узнаете еще, как Михалков не любит геев. Так что сидите по углам, тупые, унылые убоги. Пока не доказали вам, что блоги делают не боги. Пусть интернет пока живет своей дурацкой жизнью плотской. А там, на даче, тихо пьет брат мужа Юлии Высоцкой. Спасибо всем.